Двое погибли, трое в коме. Накануне вечером ДТП со смертельным исходом произошло в Александровском районе. Водитель «Шевроле Круз» нарушил дистанцию и врезался во впереди идущий самосвал. В результате аварии 36-летний водитель грузового автомобиля, житель Московской области, не пострадал. А 24-летний водитель автомобиля «Шевроле Круз», житель Вологодской области, и неустановленный в настоящее время пассажир от полученных травм скончались на месте до приезда бригады скорой помощи. Кроме погибших водителей и пассажиров, в легковушке находились еще три человека. От полученных в результате столкновения с самосвалом повреждений они впали в кому. Их доставили в реанимацию Александровской ЦРБ. Все они жители Вологодской области. Добавим, что в самосвале находился щебень. И от сильного удара часть его высыпалась на иномарку.